В Троицко-Печорске высадился медицинский десант. В центральную районную больницу приехали узкие специалисты диагностического центра. Такие выездные бригады в муниципалитете появляются регулярно, потому что в учреждении просто не хватает своих кадров. В очереди посидела и Виктория Палкина. Десятки пациентов ждут своей очереди. В Троицко-Печорск приехал врач функциональной диагностики. Наталья Бажукова УЗИ давно не проходила, но женщина и подумать не могла, что придется высадить такую очередь. Вот корни уже пустили. Долго, честно говоря. 8 часов сидим. Видите, сколько времени? 3 часа я сижу. Такие же очереди и к другим узким специалистам – кардиологу, эндокринологу и урологу. Сыктывкарские медики привыкли к таким нагрузкам, ведь выездные бригады диагностического центра часто появляются в тех районах, где нет своих специалистов. Учитывая, что узких специалистов в районах нет, такие выезда не востребованы всегда, особенно когда пациенты отобраны заранее на консультации и пришли с проблемой, с определенной. Узкий специалист помогает решить, то есть что пациенту поправить, подсказать лечение, или дообследоваться, или отправить на госпитализацию, то есть принять какое-то решение именно по конкретному пациенту. По словам местных медиков, они стараются максимально привлечь к такому обследованию всех пациентов, стоящих на диспансерном учете. Перед приездом столичных специалистов в Троицко-Печорске провели масштабную агитацию. Призвали жителей непременно прийти на прием, ведь прежде всего это нужно самим пациентам. Им сразу же предлагается, вот сейчас пациент уже подходит, пройти до обследования с учетом его записей и пожеланий, либо Ухта, либо город Сыктывкар. Но там уже четко обозначены приоритеты, которые он должен обязательно пройти, вид обследования и какому конкретному специалисту. И в карточке, с которой он придет, эта уже отметка будет стоять. То есть там его уже будут встречать уже полуподготовленным. В такие дни возрастает нагрузка и на лабораторию Троицко-Печорской больницы. Но здесь с потоком анализов справляются. И результаты стараются выдавать в тот же день, чтобы пациенты успели получить рекомендации столичных специалистов. Новую выездную бригаду в Троицко-Печорске ждут осенью. В октябре, скорее всего, приедут детские узкие специалисты – хирург, травматолог и лор. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал «Юрган», Троицко-Печорский район.